Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру LEGO City Undercover. И в прошлой серии мы остановились на том, то, что мы украли изумруд из LEGO City Bank. И у нас был снегоуборщик на ускорении. И вот нам сказал наш шеф Данби из полиции, то, что мы уже работаем, мы ему сказали, то, что мы работаем уже на Винни Папаларда. И теперь он сказал то, что нам нужно сфоткать преступление вот этих Чан Чуана, их не преступление, и чтоб их засудили и поймали. Так что, поехали. О, Нита есть, я забыл вообще. Дави на газ. Дави на газ. Дави. Я скоро вернусь, и мы все уладим. Пять. Давай. Все, приехали. Не тащит жестко. Все, стоп. Доступно. Прежде чем делать снимки, стоит разведать, какие сегодня проворачиваются дела. Если я засяду напротив лапшичной, и мне повезет, я смогу подслушать их разговоры за обедом. Так, мне нужно подслушать их разговоры за обедом. Там что-нибудь есть? Мне нужно. Да, вон там. Краситель красной краски, а мне как раз нужен. Давай забираем этот кубик. И еще красную краску. Почему у меня всегда фиолетовая? Как бы просто то, что я как бы, у меня иконка фиолетовая. А, я забыл. Просто вспомнил, забыл то, что мне нужно еще покрасить. Нет! Давай, все, успел. Успел. Повезло. Давай. Полетели. Сейчас будет прослушка. Эх, обедать. Сейчас будет прослушка. Что они сейчас делать будут? Как бы? На. Да, кажется, интуиция меня не подвела. А, это же полицейский. Забыла всегда. Вот. Так, ребя, пора снова засучивать рукава. Надо заплатить всем нашим угонщикам. Значит так. Пин, ты встречаешься с Рэем на балконе аптеки. Ли, Бобби ждет тебя в закоулке рядом со свалкой Чана. А ты, Фен, забери у Блейка концепт-тачку и пригони ее к лимузинке. Если все поняли, то ни звука. Отлично! За дело! Пора самим начать угонами заниматься, а то так и разориться можно! Три преступления в трех разных местах. И как мне добыть фотодоказательства преступлений и слетать за ними? А если мне действительно немного приподняться над землей? Если я залезу на крышу пагоды в парке, то смогу наблюдать сразу за всеми сходками. А почему четыре? Если он сказал три. Ну ладно, чё уж. И фотки. А, это получается будет фотка около лимузинки. Вот тут, а в этой и еще где-то. Я просто прослушал как половину. Вот эти две запомнил. Тащи меня, крюкомет. На лестнице. Посмотрим, добрался ли Пин до аптеки. Фотка готова.
Вот и загружена первая фотография. Мила, на этом кадре он просто отвратителен. Теперь, Пин, мы докажем твою причастность к краже катера. Поехали дальше. Ли в закоулке. Все. Все. Пойман с поличным. Ли, твоя мама будет недовольна. Осталось сделать снимок Фэна, получающего ключи от угнанной машины, и дело в шляпе. Все. Вот невезуха. Фэн, это я вижу, но машину не рассмотреть. Нужен более крупный план. Туда? Все. Сфоткал автомобиль. Вот это Ваня. Точно угнанная машина. Эй, ты! Прекрати! Ладно. Сейчас всех через прогиб. Давай. На. Тью. Крутяк. Мне нравится. Тью. А, да поехали. Пока. Джеки Чан не наделал. Все. Готов. Маккейн? Шеф? Я тут просматривал фотографии, которые ты загрузил. Что тут скажешь? Фотографом на свадьбу тебя точно не позовут. Но они почти могут сойти за доказательства. Это могло бы даже сойти за комплимент. Так, я отдал приказ полицейским под прикрытием арестовать остальных членов банды, которых ты заснял. И если Чан тебе позвонит, ты ничего не знаешь. Он не должен ничего заподозрить до тех пор, пока один из его бандитов не даст показания против него. Понял, шеф. Доступно. Фотоаппарат. Второго. Сейчас, наверное, он позвонит. Прикольно. Когда уже закончится эта работа? А, монет. Ну вот. Глава 7. Халтурка для Чана. Почему таксист меня все время игнорил? Чан звонит. Даю сотку. Могила! Я ничего не знаю. Расслабься. Мои люди придурки со стажем. Но только не ты! Ты мой любимчик! Ой, это я переборщил. Вам помочь, сэр? Да, у меня есть для тебя работа. Гони к верфи в Крессент-парк. Живо! Как всегда, сама вежливость. Простите. Удалось перебраться в Легаси. Сюда надо ехать. В Крессент-парк. Крессент-парк. Он сказал Крессент-парк. Это Крессент-парк. Нормально звонит Крессент-парк. Давай! Гони! Блин, я бы большую тачку взял, вот эту. С прицепом. Когда мы угоняли вот эту, краскометы. Вот. Вот. В прошлой серии буквально. Давай, наконец. С первой попытки. Ну, со второй. Но первая попытка не считалась. Потому что она плохая. Она даже плохая синяка была. Не будет. Она была плохой. Все, монетку забрал 1000. Поехали дальше. Mm-hmm.
Круто! И ехали, все. Вот лодка. Чана. Ты уже на месте? Да. Этой работой должен был заняться Фэн, но он не выходит на связь. Как и Ли, как и Фу. И Пин. Может, они и кофе пьют? Хочешь сказать, что у меня плохой кофе? Нет! Что-то произошло, и вся моя банда — это ты и эта кучка болванов! Раз уж все мои проверенные бойцы куда-то запропастились, эту работу придется выполнить тебе. Что стряслось? Я сообщу подробности позже. Об этом никто не должен знать. Перегони мой катер от верфи к острову Аполлон. Живо! Воспользуйтесь катером Чана, чтобы приехать на остров Аполлон. Это остров Аполлон. Хорошо. Доступно. Катера. Погнали! А, здесь нету нитера. Вон остров Леди. Прикольно. Бля, он так качает в меня. Красивенько. Прям пролетел. Это далеко ехать? Ну, далековато. Ну, как далековато? Ну, да, далековато немножко. Ну, всю карту надо проехать почти. Немножко далековато, ну и ладно. Вот это пожарная часть. Большая. Так мило. Еду по маленькой улочке. Улица по маленькой. Так мило. Сейчас, блин, еду в подвале. Ценю это. А, направо нельзя, там закрыто. Хорошо. Закрыто, так закрыто. А что будет, если я принесу? Ничего. 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 Ну, просто меня сейчас собьет, как бы. Блясы это. О, вот, меня поощряют наконец-то. У меня монет. Вот остров Аполлон. А чё так мелко-то? Элли, Чан дал мне очередное задание, и боюсь, на этот раз речь идет не просто о спортивной тачке. Я направляюсь на остров Аполлон. Чтобы они сквозь землю провалились. Что Рексу там нужно? Без понятия. Но я нутром чую, что это ключ к разгадке Элли. До нее рукой подать. Если чего разузнаю, сразу сообщу. Угу. Если что-то узнает, сразу сообщит. А что ему нужно? Просто перегнать, а как я вернусь? Все, прибыли в точку назначения. Водила, ты уже добрался до острова, да. Аполлон? Да, сэр. Отлично! Я хочу, чтобы ты украл луноход. Чего? А ты что думал? Что я тебя замороженным на остров Аполлон посылаю? Было бы неплохо. Давай живо на космодром и угоняй луноход! Чтобы попасть туда, придется замаскироваться. Ничего себе! Плохи дела мои. Все, сейчас откроем. И соберем переодевание. Шкафчик для переодевания. Все. Собрана кабинок. Это кабинка, а не шкаф.
золотые блоки. 18 из 450. Давай, открывай. Поползли. А это, ну, ведерко просто. Обычное. Поехали. Гони. Нитр нет. Ничего себе. Плоховато, плоховато. А нельзя здесь. А он показывает оттуда. Оба. Все, приехал. Машинка какая-то. Грузовая. Доступно. Трудяга. Ух, дрифт. Вверх попасть. А как я туда попаду? О, ящик. Может, мне даже удастся раздобыть скафандр? Было бы круто. Получается, я сейчас могу добыть... Это получается, у меня сейчас будет новый костюм. Давай-ка. Попробуем. У меня будет новый костюм космонавт. Давай. А надо открывать? Нет, а надо собрать еще. Другой совсем. Надо собрать. Такой. Давай. Оп. Круто. Доступно. Чейз Маккейн, космонавт. Осталось 3 персонажа. Оба, вот. Он ничего не умеет, это просто как бы космонавт. О, блин, что делать мне? А если в человечка? О, он замораживается. Человечек замораживается, потом просыпается вот так вот. Ну, прикольно. Прикольно так. Можно издали стрелять. Круто. Скрывай. Право, лево, вверх. Угу. Все. Скрыл. Что он сделает? Вызовет кого-то. А, это детальки для рампа такого. А почему они все белые? А, нужно еще покрасить. А, ух. Хорошо, что я взял краску. Так и думал, то, что понадобится где-то. Понадобилось. Гони. Быстро, быстро, быстро. В точку назначения прибыли. Мы. Давай. Приехали. Сейчас собираем. Что мы сейчас делать будем? Телепортируемся? И куда же? А, на уровень. Особое задание 6. Сорванец с с реактивным ранцем. Сорванец с реактивным ранцем. Прикольно такая. Такой набор был на фоне. Всему техническому персоналу просьба пройти на ангарную балу. Ту! Маленький шажок, большая шишка. На голове. Отлично. Пока все заняты подготовкой шаттла, я проберусь к луноходу, который должен быть где-то там. О. В самом шаттле. Прямо в самом шаттле. Круто! Элли, Чан хочет, чтобы я угнал луноход. Ого! Да, но я не могу до него добраться, потому что он в шаттле, вокруг которого полно механиков, а я сам в центре управления. Может, тебе попробовать как-то привлечь их внимание? Вообще-то мне как раз это и не нужно делать. Нужно, потому что им придется пройти в центр управления, а ты сможешь прокрасться в ангар. Ладно, попробую вслепую понажимать на какие-нибудь кнопки. Что может быть хуже?
Ну ладно, ничего не будет плохо. Синий, желтый, зеленый. Красный, последний. Все. Что будет, заливщик синий? Ой, не синий, а зеленый краски. А нет, телепортация. Угу. Нагибатор. А они мирные? Ну нет, да. Не мирные. Родео, ракета. Даже звучит похоже. Давай, иди сюда. Круто, что меня научили кунг-фу. Круто. Если боишься щекотки, телепорт тебе противопоказан. А ты что не ломаешь? А... Ну ладно, можно так поломать. Ничего, можно было так поломать. О, шаттл. Маленький такой. О, прикольно. Вон, он сейчас эту штуку собьет, я сейчас буду что-то еще делать. Опять же. Что-то все мне надо собирать. Вон еще какая-то сборка, блин. Еще. Картина вот. Какая-то. О, один из трех. Прикольно. А это что, тоже картина? Да, угадал. И точно такая же. Идет проверка двигателя шаттла. Идет проверка систем безопасности. Перепутал. А, ну да, кругом. Да. Ручной тормоз на месте. Да, ручной тормоз на месте. Понимаю. Да, ручной тормоз на месте. Я кое-что забыл. Только сейчас вспомнил. Сюрпризы? Мы же в прошлой серии нашли X4, и у меня сейчас X8. Теперь я могу собирать по 5000, если буду собирать всякую дичь. А! Я же забыл забрать. Так, сейчас бандит мне нужен. Не бандит, а грабитель, можно сказать. Так. Да, это грабитель. Сейчас включу там, чтоб не бегать туда-сюда. Идет расчет оптимальной траектории полета. Угу, все. Оптимальная траектория полета вверх. Куда ракета? О, герой Лего Сити. А куда ракета может идти? В любое место, что ли, она может идти? Даже плитку выложить куда не могут. Хочешь? Она может идти куда хочешь. Но ты же понимаешь, если ты будешь идти вниз, ты взорвешься на ней. Потому что там топливный бак. Так же... О! Один значок полицейского. Он ничего наверху. Угу. Все. Я плитку зато выложу. Я. А не кто-нибудь из работников. Хорошо, что у меня механические часы. Зеленый. Все. Динамит. Мне нужен свой шахтер вот этот. Прыг. Взрывай и убегай. Как говорит Чейз. Вспомнил, я же человек Лего. Так что... Я могу кто-то убить. Или купить. А, Чейз Маккейн. Ту-ту, прям взрыв. Да блин. Идет проверка работы освежителя воздуха на шаттле. Подтверждаю статус морозная свежесть. Повторяю, что? А. Статус морозная свежесть. Ну ладно. Сам решил. Надо придумать, как выманить рабочих из ангара. Наверное, никак. Они же там работают. Вот. Еще одна монетка. Так вот, еще одна монетка. О, вон. А что-то отобрать. Вытягивай. Все. Пробка. Ты видел этот баг?
Еще не взлетел на небо, блин. А вот. Ну, в любую вставлять. А, ну вторая лодочка уже. Любая хоть. Хоть самая последняя. Так, давай-ка. Нужен инженер для проверки сопла твердотопливного ускорителя с гибким подшипником. И еще один инженер, который попробует мне объяснить, что это за деталь такая вообще. Подстаканник, что ли? Подстаканник. Может, там еще электрический чайник? О. Зачем тебе в космосе подстаканник? Там все левитирует. Там же вода вот так вот в таком шаре прям летает. В космосе. Зачем тебе подстаканник? Чтобы там просто стакан хранился? Закрытый, да? Ну, если закрытый, ладно. Все, открылось. А, телеп... Идет проверка запаса провизии на борту. 302 тысячи. Уровень шоколада и конфет в норме. Уровень газировки в норме. В наличии 5 различных сортов. Включая 2 сорта без сахара. 2 сорта без сахара. Зачем 2 сорта без сахара? Странный какой-то. Человек говорит. Такой странный диктор. Ух, ку-ку. Возможно, это даже привлечет их внимание. Хорошо бы эта вентиляция вела в ангар. О, какая-то штука. Доступен астрофизик. Просьба всему техническому персоналу вернуться в центр управления и проверить систему. О, все, не получилось. О, некоторые тут интересно, встали. А с моими правами разрешается пилотировать космические корабли? Эх. Элли, как мне вытащить луноход из шаттла? Там где-то есть кнопка, с помощью которой открывается грузовой отсек. Но для этого нужно электричество? Да, а что? Просто я только что его отрубил. И теперь в центре управления полно народу. Поняла. Секунду. Не беда. В ангаре где-то должны быть 4 высокомощных лазера. С их помощью можно запитать шаттл. Круто. В наше время в интернете можно найти буквально все. Так, а что мне еще стоит узнать? Годовой уровень осадков в Лего Сити? Спасибо, Элли. Зачем мне знать годовой уровень осадков в Лего Сити? Зачем? Зачем? Мой большой вопрос. Ну сейчас легко, наверное, будет вот это. Просто сделать их и украсть луноход. Просто покрашу. Уйди от меня! Не мешай мне работать, я рабочий человек! Не мешай мне! Да я сейчас тебя брошу, блин! Может тебя выбросить тоже? А нет, тебя нельзя. Человек просто положи. Отлично. Все. Так. Давай космонавта. И поехали. Зеленый, желтый, синий, красный. Зеленый, желтый, синий, красный. Все. Вот так и думал. То, что здесь будет. Как можно сказать, зеркало, да? Ну такое отражатель, короче. Нет, мне нужен бандит. Первый лазер подсоединен. Круто. Все, зеленым догорелся. Это. Да, эта штука. Так и угадал. Что? Она такая странная. Такие, короче, большие ящики, там что-то крутое будет.
А вообще пофиг то, что я здесь хожу, там. О, монетки. Ух, монетки не упали, повезло. Давай, чини. Ремонтируй. Все. Сейчас с помощью космонавта я снимаю вот тот ящик. Просто лень бежать пока. Что? Лень бежать. А, надо сменить. Заливчик краски, я даже забыл. У меня же красный заливчик краски. Я забыл. У меня же красный заливчик краски, а не другой какой-то. Во. А, нет, надо еще подвинуть немножко. И все. Готово. Второй лазер подсоединен. Система шаттла работает в ограниченном режиме. Ограниченный режим. Время сейчас будет идти. А зачем он его выдвинул? Все, пришли. Вон. Вот туда сейчас не надо. Давай-ка иди сюда. Ладно, не надо. Лучше туда. Чтоб он жил и дружил со мной. Все, дружите там, дружные миров, мирно вдвоем. Давай лифт. Ты где там? Нет. Это не он. Давай, поехали. Я в боевую позу встал. Вот это чейз. Боевую позу. Можно туда? Нет еще. Нельзя, походу. Ну и ладненько. Построю новый магазин. Зачем они такие лабиринты строят? Прям такие лабиринтища. О, блин, а я не смог их собрать. Ну и ладно, пофиг, чё уж. Дай-ка. Мост передвинулся на мою сторону. Беги, Чейз, быстрее, быстро. Все. Время успел. Времени много осталось. О, он сломался. Йо! За текстуры вылетел. Почему все багами решается, блин, меня? Без нитра, ладно. Пофиг. Йо! Эй, это моя машина! Это не твоя машина! Ты такой собственник! Хорошо, это наша машина, но никак не его! За ним! Лучше бы люди Чана ждали меня в доке! Космодром на острове Аполлон. Эпизод пройден. Доступен режим свободной игры. Часть полицейского новичка. 1. Доступно. Астрофизик. 100% я делаю на Кассити. У меня 300 тысяч монеток. Даже больше, может 4. Золотые блоки. 20 из 450. Продолжить сюжет. Остров Аполлон. И вот шаттл. Водила, плохие новости. Мои люди не ждут тебя в доке. Я это уже понял. Они опаздывают. Другими словами, они никак не хотят поднять свой зад! О, они уже ушли. И на кого мне теперь орать? Они скоро будут здесь, так? Думаю, да. Только не повреди луноход до их появления. Пойду-ка я на улицу поору на прохожих. До скорого, водила! Да до скорого, Чан. Чуана. А, все, я сейчас должен
не умереть? Ну, давай я покатаюсь немножко кругами здесь. Как бы свой забег сделаю. Просто прикол такой, как бы свой забег. Ну, типа свой забег. На машине. Ну, на луну ходит. Это не машина. Ну, как машина? Это луноход. Так вообще в городах не ездит. Только на луне. Луноход. Долговато как-то. Я просто здесь их подожду немножко. Нет, я просто вот сюда встану, куда-нибудь повешусь. Я обыграл их и уничтожил. Все, поехали. Внимание! 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 Все на базу! Все на базу. А я к Чану. Хорошо. Поехали. О, мне запретили немножко. Ну как немножко? Мало вообще. Если у меня 300 тысяч монет. Даже вроде бы больше. А зачем мне эти монеты? Не зачем, да, вроде бы. Ух! У меня чуть машина не сломалась. Ну как, сломалась? Я просто ее потопил. Наконец-то, парни! Так это же паром вот этого. Бородулька. Он же не должен с ним работать. Дальше мы сами! Не следуй за нами! Хорошо. Глава 8. На выручку. Маккейн, ты случайно не рядом с центром? Да, шеф, а что? Мы получили информацию о том, что бандиты пытаются похитить Фореста Блэквелла. Они загнали его на крышу здания в центре города, рядом с музеем науки. Уже еду, шеф. Подкрепление выслали? Да, но когда они доберутся, уже будет слишком поздно. Поторопись! Портить отношения с Форестом Блэквеллом не входит в мои планы. Ну что ж, друзья, на этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте под этим видео колокольчик. И всем пока!